Только что эту рыбу перевернули, но едва-едва, смотрите, она разваливаться стала. Что интересно, вот эта рыба, она была более жесткая, более такая связанная, более крепкая. И ее кидая, она бы не разорвалась сразу. Но когда ее поджарили, она настолько стала мягкой, что на куски разваливается. Но именно это состояние и требуется для тех, кто готовит ее. Вот точно так же какой-то проект, задача в жизни. Иногда нас включают в проект и с нами такое делают, что мы вообще теряем свою устойчивость, да, вот эту вот крепость. И когда мы становимся такими очень как бы разваленными, да, в этом смысле, мы становимся пригодны для употребления. Это не для всех задач, но для некоторых очень важно. Поэтому не бойтесь состояния, когда вы вдруг утрачиваете вот эту вот крепость внутреннюю. Иногда нужно почувствовать совершенную вот такую развалюху, чтобы люди захотели употребить ваш продукт, вашу идею, вообще вот все то, чем вы занимаетесь. Желаю вам удачи, успехов и не впадайте, пожалуйста, в депрессию, если вы чувствуете себя как эта рыба. Зато у вас будет вкусно скушать, и люди скажут: о, еще хочу, а еще можно? Так что, надеюсь, тему чуешь.